Я гуляла и наслаждалась весенней погодой. Осмотрелась и захотела пойти на площадку. Я шла, шла, шла и наконец-то пришла. И захотела мне покачаться на качели, и я увидела какую-то записку. И там было написано «И» и «П». Я не понимала, что это значит. Может быть, ищи подсказки? Все равно ничего не понимаю, кто же это мог сделать? Ищи подсказки. Ну, вообще что-то непонятно. И кто это мог сделать? Я шла и искала подсказки. Не понимала, кто это сделал. Осмотрелась. Может, где-то есть рядом? Шла, 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 шла. И посмотрела на столу. Кто знает? Нашла! Реально нашла! Да кто же это делает? Открыла. И там было написано, что же, мне уже не терпится. Какие-то опять буквы, ЗБЗ. Что, вот что это может значить? Совсем не понимаю, ЗБЗ. Может быть, зеленый, белый, зеленый? Нет, как-то вообще непонятно. Может быть, зеленый, белый, земля? Ну, не знаю. Как-то вообще непонятно. Посмотрела еще раз. Точно! Розы зеленые, то есть не роза, а стебель. Белая роза и черная земля. Вот, и наконец-то увидела подсказку. Я взяла и побежала открывать ее. Что же там и кто это делает? Я посмотрела, и там были написаны какие-то буквы. Опять, что за буквы? ИЖД. Вообще непонятно. Ищи, жди дом? Что-то вообще не сходится. Может быть, слово жди? Так, ну, вот все подсказки. Буду ждать, как говорится. И если вы хотите продолжение, пишите в комментариях. И я... Это видео вообще было не запланированным, честно. Правда, ребят, это вообще не запланированным видео было. И непонятно вообще что-то. Ну ладно, ставьте лайки и подписывайтесь обязательно на мой канал. Пока-пока!